самом начале этого года, 8 января, после реконструкции открылся подземный переход на станции метро Савеловская. Площадь Савеловского вокзала была на реконструкции, когда строили станцию метро Савеловская на большой кольцевой линии. Такая была схема. Здесь крупный транспортно-пересадочный узел. Налево наход на большую кольцевую линию. Также здесь станция метро Савеловская на Серпуховско-Тимирязевской линии. Савеловский вокзал. Без выходов. И станция Савеловская на МЦД-1. Кутынская улица 2. Схема — это пересечение третьего транспортного кольца Новослободской и Кутынской. Так, здесь недалеко торговый комплекс Савеловский, Савеловский рынок. Впереди вот как раз еще раскивал, складочная улица. Направо Серпуховско-Тимирязевская линия. Вторая станция метро Савеловская. Савеловский — это единственный вокзал, с которого идут только пригородные электрички. То есть нет поездов в другие города, как, например, там с Ленинградского в Санкт-Петербург, белорусского в Смоленск, киевского в Брянск и так далее. Тут поезда идут только по Московской и частично Тверской области. Конечная станция — это Савелово, город Кимры, Тверской области. Обновленный переход, реконструкция началась в прошлом году. Так, вот налево уже выход к первому московскому центральному диаметру. Бизнес-парк Станколец, Кладочная улица, улица Сычевский вал и торговый комплекс Савеловский. Переход продолжается. Много всего он связывает. Пока значит выход на Кладочную улицу. Компьютерный, мобильный, модный и детский. Тут крупный торговый комплекс. Впереди виднеется Останкинская телебашня. Это граница северной и северо-восточной частей Москвы, районы Савеловский и Бутырский.